Hare Krishna. Hare Krishna. As all of you know, Lord Nityananda has spoken to Jiva Goswami. Как всем вам известно, Господь Нитянанда сказал Дживе Госвами, что однажды в Шридхаме Майяпуре будет возведен изумительный храм. Бхактинат Такур пытался начать строительство. Бхактистанта Джи тоже пытался. Шрила Прабхупада также тяжело трудился, чтобы притворить это предсказание в жизнь. Благодаря усилиям Шрилы Прабхупады и усилиям его учеников, мы продвинулись уже так далеко вперед. Недавно состоялось открытие этажа Пуджари, которое высоко оценили все преданные. Поэтому, чтобы вдохновить всех нас, поддержать проект, Амбариша Прабху сказал, что он софинансирует все пожертвования, которые любой из вас внесет в период Сакшая Тритии по Нарисимха Чатурдаши. Какую бы сумму вы ни пожертвовали, если вы переведете $100, он также внесет $100. Если вы пожертвуете $1,000,000, он добавит $1,000,000. Наша цель — завершить алтарную Господа Нарисимхадевы к февралю 2021 года. Итак, это прекрасная возможность для духовного роста. Прабхупада сказал, что мы профессиональные попрошайки. Мы всегда просим для Господа. В действительности Господь не нуждается в вас или во мне. Но Он дал нам эту возможность очиститься благодаря служению Ему. Поэтому проявите щедрость, помогите завершить крыло Нарисимхадева, чтобы мы смогли открыть его к февралю 2021 года. Hare Krishna.